Окей. Итак, мы говорим о порядке слов. Порядок слов или порядок членов предложения. Subject – это какой член предложения? Существительное. Ой, ну, подлежащее. Подлежащее. Predicate. Repeat. Predicate. Predicate. Это двумя линиями подчеркиваете вы на русском. Ска. Сказуемое. Object. Repeat. Object. Object. А object это что? Дополнение. Замечательно. И adverbial modifier это обстоятельства. Итак, modifier это обстоятельства. Подлежащее, как правило, существительно выражено, но не всегда. Сказуемое, как правило, выражено чем? Глаголом. Замечательно. Дополнение, как правило, выражено чем? Существительным. Замечательно. Ну, adverbial modifier, обстоятельства, может чем угодно быть выражено. Но дело в том, что у нас в русском на первом месте может стоять что угодно. В английском, еще раз, это на первом месте что? Subject. Супер. Second place. Verb. Ну, predicate. Repeat. Predicate. Translate predicate. Predicate, сказуемое. Сказуемое. А на третьем месте? Object. Object. And fourth place is? Adverbial modifier. Okay. Итак, куча исключений, но это все-таки исключения. Более-менее жесткий порядок членов предложения в предложении. Хотя что-то может со своего места на другое место переезжать. Но вот такой порядок. И здесь у нас subject. Еще раз, you please read. Come on. Subject. Good. Predicate. Good. Object. Good. Adverbial modifier. Nice. Adverbial modifier. Окей. Поехали. Мы повторяем сейчас, наверное, еще по пути поговорим. Sue bought some new shoes yesterday. He speaks English very well. I like Italian food very much. You please. Sue bought some new shoes yesterday. Good. Next. He speaks English very well. Good. I like Italian food very much. Good. Good evening. Paul often wears a black hat. You? Did you watch TV all evening? Good. Paul often wears a black hat. Good. We invited a lot of people to the party. We invited a lot of people to the party. Good. Ну, вот хотя бы это предложение, хотя они все по структуре подходят под у нас расписанный порядок. Where's subject? We invited a lot of people to the party. Where's subject here? Paul. Нет. Следующее предложение. We invited a lot of people to the party. We. Okay. Where's predicate? Invited. Where's object? A lot of people. Adverbial modifier. To the party. Okay, куда? Обстоятельства места. Не знаю, вы на русском проходили различные названия обстоятельств. Это обстоятельства места, обстоятельства времени. Обстоятельства расширяет понятие, при каком обстоятельстве.
Мы пригласили много людей. При каком обстоятельстве? На вечеринку. На вечеринку. Дается расширенное понятие. Окей. I opened the door slowly. You? I opened the door slowly. Oh, good. Where's object? I. Where's predicate? Opened. Where's object? The door. Where's adverbial modifier? Slowly. Okay. Slowly наречие. Наречие показывает окраску глагола. Он читает быстро. Где наречие? Быстро. Он плавает медленно. Где наречие? Медленно. Ну, окрас, то есть признак глагола. Плавает как? Признак. Окраску глагола показывает наречие. Окей. Why do you always make the same mistake? Why do you always make the same mistake? I'm going to borrow some money from a friend. I'm going to borrow some money from a friend. Good. Ну, здесь посложнее. Итак, эти вот subject, predicate, object, adverbial modifier, они могут быть выражены одним словом, а могут внутри содержать несколько слов. И субъекты, и подлежащее может из нескольких слов состоять, и предикат, сказуемое из многих слов может состоять, и также объект тоже из нескольких слов. Вот здесь уже подрасширилось, где в последнем подлежащее, субъект? В последнем? В последнем. Субъект. I. I. Predicate. I'm going to borrow. Repeat. I'm going to borrow. I'm going to borrow. Ну, не I am going to borrow. I'm going to borrow. Yes. Уже расширенное, сказуемое, в котором много есть чего. Дальше. Что? Some money, repeat. Some money. Okay. Дополнение. From a friend. От кого? Тоже дополнение. Но эти два дополнения из одного слова или из нескольких слов состоят? Из нескольких. Из нескольких. Ну, просто чтобы ты знала, что one, two, three, four. Но внутри one может быть несколько слов. Внутри predicate несколько слов. Object, дополнение, несколько слов. Adverbial modifier, несколько слов. Good, very nice.